Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Всех приветствую, всем приятного просмотра. Сегодня у нас будет первый взгляд на игру «Метель». Не знаю по поводу игрушки, интересно она или не интересная. Поиграл я буквально, не знаю, минутки 2-3 перед записью. Единственное, что я понял, что нам нельзя попадаться нашему маньяку. Ну то есть, если, к примеру, я сейчас открою вот эту вот шкатулочку, и маньяк зайдет сюда, а я обратно вернусь, он заметит ее и ударит нас током. Вот у нас ток 220. И все, и на этом игра закончится. Так что нужно будет с вами сделать как-то так, чтобы маньяк нас, во-первых, не убил, а во-вторых, не понял, что мы здесь что-то делаем. Так что давайте попробуем отсюда выбираться. Так, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, найти молоточек. Ага, вот молоточек. Найти молоточек и разбить вот эту вот штуку и забрать ключ. Никто? Все, присели. Главное, не заметил, что я вылезал из клетки. Да, согласен. Ну, сейчас он зайдет, и если у нас что-то с вами открыто, то он сразу заметит и ударит нас током. Ну, по-моему, мы с вами еще не открывали. Так, сейчас проверим. Здорово. А? Так, погоди-ка. Угу. Что-то здесь не так. Да все так. Видимо, показалось. Да. Шикарно. То есть мы сможем с вами выходить. Отлично. Теперь нам нужно будет найти способ открыть вот эту вот дверку и постараться отсюда выбраться. Так, что у нас здесь находится? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он убил меня. А, он бил меня током. Но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату. В попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал, открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной вход. Комнату с лифтом. Сейчас подписываю... А сейчас дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что он нашел путь к спасению. И скоро этот кошмар закончится. Пароль — это северо-запад, восток-юг. Северо-запад, восток-юг. Ну, по-моему, 6-4... 3-1, если я не ошибаюсь. 6-4-3-1. Сейчас как раз с вами и проверим. Так, вот этот вот ключик у нас с вами закрыли. Изолентой сюда. 6-4-3-1. 6-4-3-1. Давайте попробуем. Не знаю, может реально получится открыть. Так, мы это удаляем. 6-4-3-1. Да? Правильно? Твою же мать. Твою мать. Нет, неправильно.
Неправильно. Ёб твою. А почему неправильно? Ну, вроде бы север должен быть там. Здорово. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, показалось, уходи. Все, отлично. Давай еще раз посмотрим. Ну, по идее, все правильно должно было быть. Так, север, запад, восток, юг. Но если здесь север, вот запад, восток, юг, да? Ну, 6-4-3-1. 6-4-3-1, почему нет? Правильно? 6-4-3-1, давай попробуем еще раз. Может, я неправильно ввожу. Давай еще раз это удалим, вводим. 6-4-3-1. Войти, во! Дверка, открыть. Так, лифт. Включить. Нет, нет. Дверь закрыть. Выключить. Давай, 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 прячемся. 4-3-1, все правильно. Так, чувак, тебе показалось. Дверку ж мы закрыли. Консоль вроде выключили, да? 6-4-3-1. А? Так, погоди-ка. Гадюка. Что-то здесь не так. Да не, как бы все так. Видимо, показалось. Так, 6-4-3-1, хорошо. Включить. Включить, включить. Дверь открыть. Пошли посмотрим. Что здесь находится? Здесь у нас... Не знаю, надо ли закрывать, либо не надо. Ага, ля... Что это такое? Надо будет сходить посмотреть. Так, ты кто? Рыба в унитазе. Прикольненько. Так, кислота. Равикина привинчена болтом. Так, а ты кто? Ага, отвертка. А что нам дает отвертка? Отвертка нам... Ничего, да, походу, не дает. Здесь я могу ставить? Нет, не могу. Тиски, тиски, тиски. Так, давайте сразу подготовиться... А, не, сразу подготовиться не будем. Запотавливаться не будем. Что у нас здесь сверху? Есть что-нибудь? Ага, вот есть что-то. Смотри. Нет. Ёб твою. Ага. Закрыть, закрыть, закрыть. Дверь закрыть. Нормально. Выключить. Выключить. Закрыто? Да, закрыто. Все. И назад. И делаем вид, что ничего не произошло. Ну все, уходи, а? Тебе показалось. А? Так, погоди-ка. Гадюка. Что-то здесь не так. Да все хорошо. Видимо, показалось. Ну, конечно, тебе показалось. Давай, уходи. Включаем обратно. Так, открыть дверь, открыть. Хорошо. По-моему, с помощью этой штуки мы сейчас с вами... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А я могу закрутить? Нет, не могу, да? Блин, вот это единственное, я не знаю. Заметит ли он, что у нас тут ключа нету, либо не заметит. Так. Ага, отлично.
кирпичную кладку мы сможем с вами открыть. Я так понимаю, чисто с этим, как его, с киркой, правильно? Цепочка. Ну, разрезать. Не, я не могу разрезать с помощью... Так, еще нужно делать дальше. Стекло, зеркало. Вот на этом моменте я дальше не знаю, что здесь и нужно делать. Но смотри, мы сможем с вами... Отвертка. Нет, я не знаю, какую-то штуку достать, с помощью чего. Ладно, давай повесим обратно. Давай смотреть. Может, здесь можно что-то обрезать? Нет, нельзя. Если я сейчас дергну веревку, упадет тот же самый листочек, в котором будет написано, что мы можем забрать вот этот вот ключик. Так, провод, провод. Может, лифт вызвать как-то? Как думаете? Либо это нам ничего не даст. Так, привинчено на мете. Ага, вот оно, смотри, что. Кусачки. Да ты шо, ля. Шикарно. Ломик. С помощью ломика могу? Нет, не могу. Я, наверное, смогу с вами сделать с помощью вот этого, да? Да, раз. Два. Хорошо. Это мы назад. Эту штуку. Угу. А значит, с помощью... Или нет? Кровати могу как-то порубать, распилить? Нет, не могу. Клетка. Нет, до клетки нельзя дотрагиваться. А здесь у нас закрыто. Блин, давай думать. Палка там у нас есть. А вот где находится сама железная кирка? Так, кислота. Может, нужно кислоту слить, как думаете? Только чем это сделать? Тряпочка, тряпочка. Закрыть. Закрыть. Здесь наверху есть что-то? Доска. Во, смотри. Так, что это? Зачем нам досточка? Чтобы... Что? Прыгнуть я не могу? Нет, не могу. Так, я пытаюсь тыркать. Могу сюда? Нет, не могу. Вот и так могу, да? Так, сейчас, секунду. Ну, давай, наверное, заберем, чтобы он нас потом не забрал это все. Так, бочка, бочка, палка. До клетки нельзя дотрагиваться. Возможно, под ковром что-то есть. Тоже ничего нету, да? Без понятия тогда, если честно, это что такое? Так, давай откроем. Здесь ничего нету. Снизу. Коробки, коробки. Блин, может попробовать лифт вызвать, как думаете? Или нет? Ну, по-любому здесь как-то можно слить эту кислоту, да? Только каким образом? Так, взаимодействовать нельзя. Эта штука нельзя, нельзя. Отмычка, цепочку могу забрать? Нет, не могу. Угу, ванна, ванна. А давай попробуем лифт вызвать. Если не получится, просто запрячемся. Так. Лифт включить. Нет, нет. Ага, дверь закрыть. Выключить. Выключить. И давай назад. Если честно, то я хер его знает. То его нужно делать. А зачем нам вот это вот? Ага, дверной засов. То есть я могу сейчас
закрыть, да, дверку? Правильно я понимаю? Но, а? Это, но это, наверное, надо будет делать так, тогда, когда я найду полный чертеж себе этого кирки. Что-то здесь не так. Да, все хорошо, успокойся. Да тебе показалось, уходи. Видимо, показалось. Да, тебе показалось, уходи. Все. Наверное, делаем вот так вот. Да, есть, отлично. Могу забрать? Да, могу. Давай пока мы ее туда класть не будем. Что-то мне кажется, что в кислоте находится что-то. По идее. По идее, должно быть что-то в кислоте. Только как ее достать? Может, нужно как-то тут? Ага! Вот оно, ребят, смотри. Нашел. Отлично. Я же говорил, что в кислоте что-то должно быть. Так, отлично. Отличная кирка. Есть, у нас теперь есть кирка. Может, мы сейчас закрываем с вами дверку? Как думаете, выламываем это? И убегаем? Пробуем. Ничего. Дверь закрыть. Выключить. Выключить. Опачки. Просто я не знаю, что будет, если я сейчас дверной засов оставлю там. Так, вроде же мы все запрятали, правильно? Здорово. Ой. А что это такое? Что ты мне принес? Прикольно. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну да. Ты больной ублюдок, мать твою. Видимо, показалось. Конечно, показалось. Все, хорошо. Встаем. Кто-то мне принес. Ты мне что-то принес. Отлично, рычаг. Так, включаем. Панель управления. Включить дверь, открыть. Пойдем посмотрим. Так, только аккуратненько, тихонечко. Что у тебя есть? Чего у тебя нету? Ага, возможно, наверное, сейчас нужно будет с вами закрыть, да, дверку и вызвать лифт. Давай пробуем. Лифт включить? Нет, нет. Так, ждем и смотрим. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Дверь закрыть. Выключить, выключить. Божечки, быстрей. Все. А ну живо открывай дверь. А, даже так. А, ну и все, и до побачення. Все, уходим. Лифт же пришел? Нет, лифт не пришел. Я ж успею, я надеюсь. Ля, ты крыса! Вы проиграли заново. Ладно, ладно. Ага, все заново, да? Хорошо, ну зато мы теперь с вами... Знаем, что делать. Нужно выбираться отсюда. Да, давай выбираться. Сейчас нам нужен будет молоток. Где молоток? 6431, да, по-моему, пароль там был. Твою же мать! Какого черта? Да никакого, успокойся. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Не вылезет. Где-то не заметит. Мы не вылезали. Нас вообще здесь нету. Я вообще спал. Блин, давайте еще раз попробуем. Если получится, будет хорошо. Если не получится, ну...
Значит, не получится. Но по идее, я реально думаю, что нужно было, когда мы уже лифт с вами вызываем. Так, погоди-ка. Да, отъебись ты. Это когда мы лифт вызываем, то нужно будет закрывать дверку. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Конечно, показалось. Дебил. Так, все, выходим. Открываем. Забираем. Закрываем. Так, используем. Хорошо. 6-4-3-1, да, по-моему? 6-4-3-1. Дверь открыть. Хорошо. Кусочки забрать. Открыть. Кирку забрать. Мне нужна будет отвертка, да, сейчас вот тут, которая будет. Твою же мать! Какого черта? Так, да никакого, успокойся. Дверь закрыть, выключить, выключить. Все же закрыто, все закрыто, да. Опачки, и запрятались. Дон достала библиотека. Патьфу на тебя, падла. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все хорошо. Врешь, собака, все хорошо. Давай, чухни отсюда. Показалось. Ну, конечно, показалось. Потому что ты дебил. Дебилом вечно что-то кажется. Так, дай сюда. Закрыть, забрать ключик. Включить, включить, включить. Дверь открыть. По-моему, вот сюда. Открыть. Открыть, закрыть. Встать, ломик забрать. Так, а где же теперь доска? Слышь, а где доска? А теперь доска, где, которую я смогу закрывать дверку. Так, с помощью ломика мы скобы забираем, да? Забрать, повесить. Так, раз. Да, хорошо. А где же находится... Теперь это досточка, которую мы дверки закрывали. В прошлый раз она вот здесь лежала, а сейчас где находится она? Ага, вот иди, окей, все, отлично. Так, мне теперь нужна отвертка, а отвертка у нас находится... Напомните мне, где находится отвертка. Блин, вот это вот я уже не помню, где отвертка находится. Где мы отвертку нашли с вами? Где-то она вот здесь лежала, правильно? А сейчас она должна быть, наверное, в другом месте, только в каком? Отвертка мне нужна, чтобы вот это вот винты открутить. Так, ладно, давай ломать. Давай ломать, дверь закрыть, выйти, выключить, выключить. Все, вроде все закрыто, вроде все хорошо. Блин, а я теперь не знаю, где мне отвертку найти. Слышь, дебил, а где отвертка есть тут? А? По-моему, в прошлый раз она лежала возле этого, как его... За тумбочкой, там где у нас так, сама погоди-ка. Железная вот эта вот кирка лежала. Что-то здесь не так. Да нет, тебе показалось. Видимо, показалось. Ну, конечно, показалось. Так, сейчас, секунду, ребят, секунду, сейчас продолжим. Thank you.
Сейчас, буквально секундочку, все. Давай продолжать. Дай посмотреть. Ага, вот отвертка. Все. Отлично. Каждый раз оно все по новой, да? Дверь открыть. Сейчас мы с вами заберем рычаг. Насколько я понял. Вот рычаг, да. А рычаг это, наверное, для лифта, да? Ну все, предлагаю пробовать закрывать и вызывать лифт. Включить. Черт. Никто. Все, берем рычаг. Давай лифт. Давай, 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 давай. Ну, давай, быстрей. Давай. Сука, если он сейчас застрянет, я удалю эту игру. А ну, живо открывай дверь. Не открою. Быстрей. Давай, быстрей, 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 быстрей. Все, хорошо. До побачення. Дебила кусок. Все? Ага. Где ты, черт возьми? Мы победили. Мы обманули. Маньяка, либо не. А теперь сейчас главное понять, в какую сторону идти. Будь ты проклят! А ну, скажи, оно втирает мазь. Если оно не будет втирать мазь, ее обольют водой из шланга. Все, уходим. Так, вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Оставить отзыв, войти в меню. Следующая глава. Следующая глава. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Там как в песне, да? Будь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Так, закрыть, закрыть. Ага. Хлебушек, водичка. Я так понимаю, мы сейчас теперь играем за нее, да? За эту подругу. Так, отмычка, отлично. Дверь за болтом. О, ломик. А можно мне ломик взять? Нет, нельзя. Хорошо, у нас теперь с вами есть отмычка. Насколько я понял, да? Так, мы здесь не пролезем. Унитаз не разобрать. Кирпич, кирпич. Так, и что мне нужно делать? Дверь привинчена болтом. Лампочку, да, наверное? Не? Угу. Ну, в прошлый раз проще это было все, да? А сейчас тут нужно подумать. Так, кирпич, кирпич, кирпич. Толчок. Может, нужно как-то этой штукой воспользоваться. Я могу этот ломик забрать, не? О, ребят, я ломик взял. Дверь привинчена болтом. Вот, наверное, вот сюда куда-то, да? Не? Я просто тыркаю все подряд. Привинчена болтом. Но я взял же ломик. Ну. А против лома нет приема, ребята, запомните. Ну, если, конечно, нету еще одного лома.
Ну это такое. Вот тут я могу как-то пройти? Нет, не могу, да? Так. Что тут можно потыркать? Я, честно, все тыркаю подряд и... Матрац нет. Унитаз нет. Кирпичики. Это что такое? Капкан, да, какой-то? Может, нужно пнуть эту штуку, не знаю, чтобы сработал капкан. Так. Дверь, привинченная болтом. Неужели нельзя вот эту вот кирпичную стену выломать? А вот это вот. Тоже нет. Забрать кирпичик. Алло, игра. Дай мне маленькую подсказочку. Ну, вот тут пролезть. Если голова пролазит, я знаю, то и все тело должно пролазить. Дверь, привинченная болтом. Но шкафчик отодвинуть нужно как-то. Не, ломик. Отмычка. Прыгнуть не могу. Болтом. Тут больше ничего нету. Кирпич. Нет, нет, нет. No, no, no. Но, если честно, я без понятия. Может, тут что-то надо. Так, она куда-то идет. Сюда, лампочка. Я могу достать? Не могу. Ломик кинуть. Тоже не могу. А есть ли подсказки? Под кроватью что-то есть? Вроде нету, да? Может, тут? Хлебушек, чашечка, разнос, поднос. Камушек. Так, тазик. Вот. Вот эта вот штука. Смотри. Ага, гаечный ключ, ля. Да ты шо, ребят. Вот это я понимаю. Нужно поскорее найти выход. Да, давай попробуем найти выход. Так, нет дверной ручки. Чистый лист бумаги. Ага. Открыть. Это у нас... Ванна, слишком темно. Я понял, нам нужна будет лампочка, которая там висела, правильно я понимаю? Дай посмотреть. Наверное, вот эту лампочку нужно будет взять с собой. Так, отмычка. Ага, это, то есть маньяк там лежит, спит, да? Нет дверной ручки. Я не могу никак выкрутить. Ой. Ага, я свет включил. Все хорошо. Твою же. Твою мать. А что за шум? Закрой дверку. Уходим, уходим, уходим. Надеюсь, он ничего не заметит. Опа. А я типа такая не при делах. А я пылесос не выключил, да? Да, я пылесос не выключил. Компрессор. А то компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Давай. 283. 283. Так, открыть. Ага! Попалась! Ты что, издеваешься? А как же ж? Спасибо, что играете в нашу игру. Пожалуйста. 283. Так, забрать. Угу, а ломика теперь сейчас здесь не будет, да? 283, 283.
Хорошо. Нужно поскорее найти выход. Так, погоди. Открыть, открыть, включить. Угу. 283. Да. Есть, ручку нашли. Хорошо. Так, все. Закрыть. Закрыть. Открыть. Давай смотреть. Ноутбук. Ага, рыбка. Это что такое? Ломик. Что-то мешает открыть дверку. То есть нам нужно будет с вами найти. Да, так. Раствор для управления невидимых чернил. Количество 8 штук, вес, стоимость 500. Ага, то есть я смогу... Помните, у нас здесь был чистый лист бумаги? Какой-то из вот этой, да, штуки? Вот это вот, наверное, сюда нужно будет посмотреть и нажать. Тогда что-то проявится. Только как мне эту штуку взять? Микроволновка. Нужно что-то разрезать, что-то открыть. Заперто. Лед взяли. А зачем нам лед? Не для этого, да? Зачем нам лед? Так, хорошо. Рэнк. Взаимодействовать я ничего не могу. Заперто на ключ, отмычка. Нужен ключ, да? Так, я предлагаю включить генератор. Наверное. И посмотреть, что у нее в комнате там есть. Потому что пока мне хер его знает. А если нас поймает, ну значит поймал. Если нет, то... Говорится, так тому и быть. На этом игру и закончим. А там уже сами заходите, поиграете. Слишком темно. Погоди, все же закрылось вроде. Твою же. Ты что там шумишь? А это не я. А это твой генератор. Надеюсь, он ничего не заметит. Да не заметит. Так, кусочек льда. У него в спальне сейф еще, конечно, какой-то есть. Давай, выходи. Ага! Ля, ты крыса, ты не должен был меня заметить. Так, ладно. Ребят, давайте, наверное, этим закончим. Вот такая вот игрушка. Хотите, сами поиграйте, не хотите, не играйте. Так что, в принципе, с меня, я думаю, все, хватит. Так что все, всем мур-мур, пока-пока и до подписчиков.